Искусство виртуозного вождения служебного автомобиля доступно не только представителям экстренных служб. Это подтвердил большой областной конкурс профессионального мастерства, который прошел в городе над Бугом на текущей неделе. В Брест приехали лучшие водители автомобилей предприятия «Белпочта», чтобы доказать и показать, как можно быстро и качественно доставлять грузы. Конкурс, он стимулирует людей к тому, чтобы добросовестно исполнять свои обязанности, то есть это люди, которые не совершили ДТП, которые не имеют никаких правонарушений, естественно, наши передовики. А вообще водители в структуре нашей почты занимают очень важное место, у нас их 235 человек, штатная численность. Чуть более трех десятков участников вступили в борьбу за главные награды состязания. Для начала тест на знание правил дорожного движения. Чтобы исключить варианты подсказки или помощи в работе, экзамен сдают водители строго на компьютере. 30 вопросов и только один вариант правильного ответа. Далее работа на полигоне. Учитывается все – качество объезда препятствий, соблюдение правил парковки в условиях узких проездов, скорость выполнения задания. В конкурсе сегодня с каким настроем участвуете? Ну, нормально, с боевым первый раз. Не знаю, попробуем. Может, что-то и выиграем. Не знаю, может, тут уже есть кто раньше участвовал. Как бы нам уже кто первый год посложнее будет. Непростая полоса пришлась по душе водителям. Тех, кто доставляет почту даже в самые дальние уголки и районы региона, этой конкурсной составляющей точно не напугаешь. Тем более, что работа этим людям очень нравится. Чем нравится, я уже привык. То есть дорога и люди, коллектив хороший. Руководство хорошо относится. Ну, то есть все в порядке. Сейчас, конечно, в доставках очень много зависит от водителя. И это все ему то доставки, и ускоренная почта. И все это на водителя, он сам экспедитор и логист. Поэтому водитель более-менее основной уже становится больше, чем почтальон. Победителей старта ожидали ценные призы. Однако самая главная награда – возможность представить область на республиканском этапе состязания.